Итак, парни, всем привет. И вот мы сейчас врываемся в Сталкер. Давно у нас его не было. И пробрались. И пробрались мы на свалку. Сразу нас здесь прибежали наши друзья-одиночки. И что-то они... Не, они ничего не хотят. Они вместе со мной прибежали. Видать, отстаивать эту точку. А нам, между прочим, нужно бежать к диггерам. Узнавать информацию о клыке. Так, забираем все нужное, смотрим, что они кипишуют, и выдвигаемся вперед. А кипишуют вообще по пустяку. Просто так. Просто так им захотелось. Вон там еще и подмога к ним идет, все отлично у них должно быть. Так, диггер у нас вон в той стороне. Давайте осматриваться. Каких монстров? Откуда? А, вон. Там. Вас еще не валит, там нет никаких монстров. И вы пока расслабленные сидите. Говорит, кто? Эти, что ли, монстры к вам должны прийти? Да что ты орешь? Нет здесь никаких монстров. Тут я, тут. Так, а я перегружен, да? Ну да, да, перегружен. Желательно пока не бегать. Где вы тут монстров увидели? Вон вы идете что ли к ним? Такое ощущение, что да. Или вы от снорков этих, или снорков этих боитесь? Где они вообще? Сейчас через свой супер прицел гляну, погляжу, где эти снорки. Ага, выдвинулись, значит они... А сейчас я их с подствольника-то как... Убью? Вас трое даже? Ну, привет. Как мне бы вас тут... Двоих сразу зацепить, а вот так. Все, ништяк. Ну, а тебе ж труда не заставит. Загляну, большое тебе человеческое не за что. Так, награду я потом как-нибудь получу. Сейчас нужно разобраться с диггерами. Чего? Помоги нам, а то будет поздно. Так, вон там кто-то красный. Снорк, что ли? Да, опять снорк. Сколько же можно у вас тут? Не, чуваки, я больше к вам не пойду. Чё-то я не хочу туда-сюда так постоянно ходить. Я вам уже помог раз. Тут ты, наверное, дурачок. Еще кто? Да, еще один. Давай только без этого. Я и так вам помог освободить сейчас. Ой, все. Не буду я вам помогать, отстаньте. Я и так вам помог. Одни мы не продержимся, быстрее! Ну хватит уже. Это же не смешно уже становится. Так, что интересно есть? Вот это вот и все остальное. Неважно. Так, детектор. Не знаю, помню, при вас, при вас или не при вас я берету нашел. Но, короче, я ее нашел. И я счастлив. Я буду ее модифицировать, как могу. И что, прям напрямую не пройдешь? Ну ладно. Какие вы все настырные. Не пойду я к вам, не пойду. Все, я уже раз помог. А то и знаю я ваших сталкеров. Они тут один раз поможешь, на шею потом сядут и потом... Ну, вы сами понимаете, не слезут. Они это могут и любят. Так, я правильно иду? Да, я правильно иду. Что-то подлагивает. Очень странно, почему подлагивает. Не к добру это. Хотя, ну не знаю, вроде... Пишет, что чуть ли не 100 кадров выдает в секунду.
Но все равно фрезы какие-то присутствуют. Так, что, вы все трупы, что ли? Ну да, конечно же, вы все трупы. На что же могут сталкеры еще надеяться? Обычно. Так. Дальше. Так, это все нужное забираем. Чем я перегрузился? Батоном, что ли? Красава. Сори, вы напоролись. Так. Получить информацию о Диггер-посланника. Куда мне нужно идти? Вон туда? Да. Сталкеры, друзья. Чё там он говорит, как бы не напоролся на кого-то? А чё-то мне кажется, я сейчас вам заспойлерю, хотя вы сами все знаете, но он напорится. И я напорюсь вместе с ним. Ну ничего, у меня есть куча гранат, куча подствольников. Ну как это куча? 3, 4. Так, и... Вон я слышу уже, где-то он там орёт. Так, пока можно отключить у нас этот... Фонарь. Фонарь можем отключить. Да от кого ты там стреляешься, дурачок? Ты здесь один. Кого ты там лупишь? Давай, придумаешь, я тебе на помощь-то. Так уж и быть. Сталкерство. Что ж я потерялся в трех деревьях? Сталкерская солидарность. Да лезу, лезу, чего уж там. Собаки здесь были, да, и этот тут пошел. Окей. Ну и где собаки? Ну давай. Вон, наконец-то идут. Вы что тут, на прогулке, что ли? Ты меня-то не толкай. Ты что, совсем что ли дурной? Где вы еще, псы? Режимные псы, псы режима окружают. Не... Просто тупо не могу. Нехрен лезть, куда не приглашают. Конечно, нехрен. Давай мне с тобой побалаболить надо. Вот спасибо, я же тебя перезарядил. Я Васян, будем знакомы. Ну по тебе видно, что ты Васян. Да, и же пипсов наткнулся. Васян. Загнали меня сюда. В натуре Васян. Я, блин, у них три обоймы высадил. Они все прут, уроды. Ну да, давай, что там будем делать? Вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Слушаю тебя. Ну что значит темную долину, Васян, да? Что ты мне можешь предложить? Да, не хочу я ничего с тобой. Так, в темную долину за клыком. Давайте вспомним. Так, куда идти? Сюда. Сюда. Кто там? А там у нас свободовцы. А если там свободовцы, значит что? Значит, меня ждет моя... Ты заебал лагать. Значит, меня ждет моя любимая пушка. Моя любимая пушка. Такое говно, блядь. Игра ломается, блядь, прямо на глазах. Это из-за чего, блядь? Из-за текстурок оружия, что ли? Очень странные фризы. Так, здесь сталкеры, друзья. Барахолка. Так, механик с отсутствующей специализацией. Ну-ка. А хотя у меня не денег... Да, у меня ни денег, ничего нету. Так что ладно, смысла мне туда сейчас идти нету. Где столько трупа облазить, осмотреть.
Только чьи тут трупы валяются? На, обычных сталкеров. Кто же вас здесь порешал? Одиночки, сталкеры. Давай, братишка, полезай тогда ко мне. В рюкзачок. Сейчас я буду вас всех осматривать. Как я говорил, значит, там будет моя новая пушка. Ну, новые пушки появятся. Там будет моя любимая пушка. А что это значит? А это значит, что... игра так не перестанет лагать. Вот что это значит. Так, к чему я говорил? Убери оружие. Мне нужно будет продать большинство патронов. А большинство патронов я продам там. Но я все равно хочу посмотреть, что за ассортимент здесь есть. У этих сталкеров. Вы-то успокойтесь, не бегайте. Кто же у нас здесь? Ты занимаешься беспредел? Да, чем ты торгуешь? Барахлом, ну... плохим барахлом. Так, я... да, я все продал. Вот это вот давайте я вам продам. Это тоже. Мне должно, в принципе, всего хватить. И у меня куча F1-х. Ага, и вот этого тоже куча. Давай-ка мы понапродадим вот примерно настолько. И этого чуть-чуть... ну, остальное мне все очень нужно, поэтому давай. Еще тут кто-то был. Может, мне полечит мои пушечки? Ну, привет. Давай, лечи пушечки. Гарик. Гарик. Ну, Гарик, заебал. Вставай. Спит, черт. И не хочет вставать. Привет, может, брат. Ты мне что скажешь? Так, ты у нас... понял тебя. Ты отправлятель в другие места. Но нам этого не надо. Мы пойдем уже тогда в свободу. Может, и вступим даже в нее. А может, и не вступим, и будем одиночками ходить. Так, там кто? Свобода. И ты тут свобода. Да, в прошлый раз здесь долг был. Окей, а что у нас есть интересного на... в баре? А, такой локации здесь и не существует. Ну, понятно, понятно. Что делать, темное? Взяли, бар закрыли. Это не есть хорошо. Довольно прикольная локация. Но это вроде как предыстория идет к первой части. Поэтому там, может, еще не освоили. Еще свобода там потом. Место это то долг займет. Так, где я? И кто тут? Тут тоже свобода. Ну ладно, свободу я люблю, так что. Все нормально. Все нормально, пацаны. Так, ящики пустые. И не пустые. Непонятно с чем. Лунишка. Должно быть. Чуть-чуть высвечиваться, понятно. Респект геймдизайнеру за атмосферную луну, ничего не скажешь. Ты с моей любимой пушкой? Нет, ты не с моей любимой пушкой, хотя и М-ка тоже ничего. Ты? Скажешь, не ты. Брат? А я скажу, что мне нужна пушка. Пушка любого из вас. Одного из вас. Ну, не конкретно вас четверых. Ладно, чё-то не могу найти. Но я же все равно убивать-то не буду. А может и буду. Темная долина на карантине. Убирай. Темная долина, мать ее. И что, без резких движений? Говорить будем. Ну ладно, резких движений не буду делать. Так, ствол убираю, все, иду. В смысле, я оружие спрятал, вы что, дурачки?
Я ж вас тут сейчас всех перестреляю. Вы чё, блядь, дурачьё, что ли? Ну и всё. Чё вы здесь расшумелись-то, блядь? Этого, что ли, хотели? Так, ну ладно, я знаю, я, наверное, что-то не то сделал. Мне не надо было бежать на пролом к ним. Но я все равно буду переигрывать это. А, вот меня этот и убьет. Давай, убивай уже. Или я тебя зарежу. А ну иди сюда. Ну давай уже. У тебя, кстати, моя пушка любимая. Давай, давай. Ну что, не можешь стрелять уже? Ну наконец-то. Вы, я смотрю, ребята, тоже не отличаетесь умом и сообразительностью. Так, убрал оружие и медленно иду к тебе без, без медленных движений. Все, стою. Кости, пират, тебя пристрелю я. Но давай ты под, уже подойдешь. А, и не ты пират. Ты шпала, шляпа. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Клыка еще. Он уже мертв. И я бы не советовал тебе на нас постоянно... Что скажешь, брат? Ну окей, я все, пойду. Пойду я, пойду. Там уже кто-то стреляет кого-то. Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Да умерли они. Ну как умерли? Убили их. Вот пушку мне по твою забрать. Не, не твою. Ну там, наверное, сейчас будет. Так, тем временем мне вот сюда... Через этот столб пси-излучения. Я там не особо хочу проходиться. Так, а, мне не туда. Там на сигнал СОС. А это что, не сигнал СОС? А, найди базу свободы. Сигнал СОС все здесь. Я все эти путаю. Желтый, зеленый. Ну, вы меня поняли. Так, двое здесь еще живы. Или не двое, а тоже. Уже трое, семеро. Где? Там кто-то идет. Собаки. Вот так вот. Да что ж ты опять начал лагать, зараза? Че, собаки что ли накуролесили? Да не должны. Нет, не собаки. Они подходили только ко мне. Так, это съедим. Остальное не надо. Ищем пушку. Пушку нашей мечты. У тебя она? Нет. Она, может, у тебя? И у тебя нету. Жалко, ладно. Погнали дальше. Идем на базу свободы. Так давайте, хватит лагать уже. Только я сказал, хватит лагать, и начало лагать. Эта игра что-то несправедливо лагает. Очень несправедливо. Так, а я проберусь через отсюда, или мне вот так вот придется обходить? Ну ничего, сейчас посмотрим. По-моему, где-то там снизу можно было проходить в тени Чернобыля. Да, вот через эту трубу. А сейчас можно или нет? И безопасно ли там? Нет, нельзя. Ну ладно, что ж, давайте. Обходить так обходить. Это все. Я понял. И не собирался. Хорошо. Так и сделаем. Так, значит, это у нас свободный парк. Барк-барк. Давайте, где ваш тут продавец находится? Это проводник, важный персонаж, механик, торговец. Вот там. Оп. Тише. Ну так что, а что? Слышишь, тебе надо, не надо, а?
Ашот, ну давай, иди сюда, Ашот. Поторгуемся. Слушай, повезло тебе. Привет, приятель. Да. Что ты тут мне предлагаешь? Давай, давай, не хочу тебя слушать. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Ничего интересного не хочешь, да, мне дать? Так, я смотрю, смогу купить. Так, нет, давайте-ка пока посэкономим. Когда в следующую локу пойдем, там мы возьмемся, накупимся здесь. И этого всякого говна куча. Ладно, здесь что-нибудь потусуем и заработаем и заберем. Куда нам сказали идти? С комендантом поговорить. А комендант у нас... Здесь, здесь. Да, вон здесь комендант. Он рядом. Ёлки, бардак и проходной двор. Кто пустил? Я пустил, сам пришел. Клык где? Так, пси-собака, все. Ходят тут всякие. Да молчал бы ты лучше. Так, пси-собаку. Чахлая стоянка. Чахлая стоянка у нас, все, я понял где. Ну рассказывай, я весь внимание. Да нечего мне сейчас тебе рассказывать. Я пошел собаку убивать. Ту, которую вы это не можете сделать. А я гранатами закидаю. Есть у меня гранат? У меня куча гранат. Я, сука, закидаю гранатами. Давно не был сталкер. Или через это я ее уебу. Нет, гранатами. Это, надеюсь, настоящая пси-собака будет, а не то, как обычная там. С подкрученным хвостом. Мне нужно нормально, чтобы меня присобачило. На чё тут что-то сохраняться? F5? Да, F5. Отлично. Так, парадора она где-то здесь. Ну давай, собака, засобачь меня. Чё, хоть бы хны? Так, сорь, не, мутант не я. Не я мутант. Неловко как-то вышло. И плюс еще повезло, сохранился близко. Так, ну где тут у нас собака? О, все. С мутантом Верде Форте. Так, ты у нас собака, да? Ну, чё ты мне там хвостов на ней не дашь? Тебе покрутить. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. А я бы хотел бы. Нет, не хотел бы. Чё всё везде шумит? Раздражает. Иногда. Куда мне сейчас опять? К коменданту. К коменданту. Ты мне пушку собрался? Дай-ка мне пушку лучше свою. Ну, покупать, наверное, ее будет дорого. Очень дорого. Ничего. Это чуть-чуть вот так вот, да. С трупа какого-нибудь потом сниму. И починюсь. И будет все шикарно. Так, у меня там перегруз большой-небольшой. А, я, наверное, бегать уже могу. И хп... Ой, хп... Выносливость будет самоустанавливаться. Как успехи, наемник? Да мертва. Давай, получить боеприпас у Ашота. Так, что, куда будет оттарабанить? Все, понял. Ты торгуешь чем? Нет, не торгуешь. Ну ладно. Погнали к Ашоту. Может, что он годное, дельное даст. А если не даст, то ему же сразу и продадим. Привет, приятель. Давай. Почему герой? Да, потому что ты герой. Давай, до встречи. Что мне там молодец. Дал? Ай, обманула, так, важные боеприпасы и, по-моему, гранаты. Вот эти гранаты мне не нужны. У меня куча есть таких. Так, доставить боеприпасы на форпост. А у нас форпост, это вон там. Так, дайте-ка я пройду здесь. Вон там.
Угу. Свобода. Погнали, шо ж. Их там убьют. Что же там с ними будет? Наверное, что-то приключится или нет? Так, я могу уже бегать. Нет, уже не могу бегать. Перегруз у меня. Угу. Может, поедим? И вот этого заюзаем. Ну вот, да, так и знал. Так, а я пройду где-нибудь там или мне обходить опять придется? Ну давайте. Да бегу, бегу еще. Да бегу, бегу. Так, точно, товарищ Чехов? Не, не прошел бы там. Пришлось бы обходить всю эту шелупонь. Вон, я уже вижу, он по краешку, никого там нету, выжившего. Но активные, активные ПДА есть. Так, аккуратненько, аккуратненько, а то тут что-то не очень-то хорошо. Ну кто там ребят завалил? Давайте, признавайтесь. И откуда вообще? Так, активный КПК найти. Так, пушка хорошая, но не моя. Мы ее разрядим и выбросим. Пушка хорошая, но не моя. Вот оно. Мы ее разрядим и выбросим. Пушка, конечно, хорошая. Ага, комендант. Ага. Значит, комендант. Ну, я, конечно, это знал. Но вы-то тоже знали. Так. Ну, давай, может, у тебя. И у тебя, не у тебя. Несправедливо, несправедливо. Некрасиво. Очень некрасиво. Ну, ладно, разрядим да выбросим. Ну, нет так нет. Чё бубнить теперь? Ага, так, это, наверное, боеприпасы бронебойные, а вот этот обычный. Окей, я вас понял. Ну, жалко, что, конечно, там всякая залупа у них была, но моей пушки не было. Так, хватит мне получать награду. Так, я слышу, что ли, кого-то или нет? Или это мне кажется? Наверное, мне кажется. Когда здесь появится артефакт уже на выносливость, меня это уже немного напрягать начинает. Мне хочется бегать. Мне хочется бегать, бегать и бегать. Но мне выносливость моя это категорически не дает. Так, я там пройду? Нет, не пройду. Ту-ту-ру-ту. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту. Ту-ру-ру-ру-ру. Тун-ту-ру-ту. Чё, комендант, свалил, да, уже? Да, свалил чертяга. Откуда он только узнал, что я его... разоблачил. Неужто никто другой так не мог разоблачить? Что скажешь, брат? А я скажу, что хреновая у вас тут служба безопасности. Вот что я вам скажу, брат. Так, дверь заперта. А если что, можно открыть, да? Но, в принципе, там ничего нету. Так, но мне-то пушка нужна. Патроны уже мне я заимел. Нормально, так уже 400. А вот пушки нет. Ну, не очень ты хорошо. Ты с чем? Так, ты в обычный дробовик, ладно. Да приветствую тебя, приветствую. Ну, сука, с тушенкой здесь. Приветствую. Заперся один. Скромные берлоги.
Ну ладно, давай, давай. Меня зовут Чехов. Неприятный поворот. Где комендант? Тут съебал, бла-бла-бла. Я тебе найди комендант. Окей, пошел я коменданта искать. Ну, не идиоты. Ну ты дай мне пушку, дурачок. Так, ничего тут нету интересного. Так, куда там, говоришь, комендант съебался? Так, обойти. Здесь лаборатория, по-моему, X-16. А вот та самая деревня, где меня наебали в предыдущий. У меня там все нормально. Состояние нормальное. Состояние нормальное. Могу бегать? Нет, не могу. Так, давайте-ка я тебе что-нибудь продам. Слишком, блять, у меня тут все забито, что я же даже не могу ходить нормально. Так, бармен, ханжа. Есть что для меня? Нету. Ну ладно. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Да вот еще раскумариваться с тобой. Если ты сам сказал, что ничего для меня нет. Так, нет, много слишком отдал. Так-то хватит. Окей. Расслабляешь тебя, музычка, братан. Но мне пора. 54. Ладно, 54 килограмма, не приговор. Может, мне пока скинуть где-нибудь? Вот тут все равно, я думаю, никто не заберет у меня его, да? Вот так вот, да. По-моему, не должны. Бегать сейчас могу. Ну, кое-как могу. Так, это у меня на телепатию. Ожог. Химический ожог. Электрошок. И ничего нету на выносливость. Обидно, да? Обидно. Но тут много тайников. Ну, как много? 3-4. Может, что найду. Прикольного. А первым делом к 100. Туда и пойдем. Посмотрим, что там есть. Угу, никого нету. Это хорошо. Только где теперь искать это все? Так, наверное, это... Ну ладно, сейчас разберемся. А, ну мы же можем глянуть. Слесарный ящичек. Так, я примерно понял, где это. Тайник на башне. Ну и все. Я понял, что это за слесарный ящичек. Там, на втором этаже должен быть. Вот он. А, нет, не он. Тогда... А, еще выше подниматься. Так, а не хочет подниматься выше. Тогда я не понимаю. Нет, не понял я. Где-то сверху. А наверх подниматься не могу. А ну-ка, здесь. Может, здесь найду что-нибудь? Или здесь нельзя? Что это такое? Так, это не важно. Ну и тут типа прохода нет, никто не знает, что здесь находится. Окей, как скажете. Давайте для рывка и вперед. Найдем только сначала хотя бы в башне. Ну да, на крышу там, скорее всего, надо будет подниматься. А тут еще и лестница цела. Но до нее пока не пробраться. Возможно, по сюжету мы туда еще проберемся. Но я точно не помню. У нас здесь ничего интересного уже нету. Нет, ничего интересного нет. Ну тогда сюда. Это кто у нас? Мутант. Ну пока вот у болота тогда возьмем.
Неудачная немного вылазка сейчас была. Но не страшно. Мы идем к коменданту искать. Ой, шея аж хрустит. Как мне охота его убить. А тем временем еще вот тут вот так поищем, может. В прошлый раз мы где-то в этих болотах нашли. Сейчас, братишки, буду. Но это шо? Это разве тайник? Ерунда, а не тайник. Нету, да, здесь артефактов? Обидно. Ладно, сейчас я их там перебиваю. Так, стоп, а здесь где-то пару трупов есть. Не парочку даже. Но это бандиты. В рот их топтал. А он свободовец. Свободовцев я в рот не топтал. А! Да, так, не понял. Да, конечно, конечно. Повесили, что ли, его? Сейчас я сначала вот к братишке приду. Меня что, это не убирает, что ли? Не, вот убирает радиацию. Да видать, тут прям пиздец адовый фон. Ну что ты мне не можешь предложить? Ничего не можешь. Ну печально, братишка, печально. Побежали, хуль. Где тут этот комендант вонючий? Прям там. Так, вы говорите, сопротивление там встретили. Чё-то я ни хрена не вижу никакого там сопротивления. Не вижу и не слышу. Вон только этих кабанов вижу и все. Полудохлых, полураненых и трупы. Вы это, кабаны, не расслабляйтесь. Кого вы там поубивали? А ну-ка, признавайтесь. Ну шо, пушки есть? Кабанчики. Идите, порешайте вопросики, метнитесь кабанчиками. Ну. Смотрим. Кто вас всех залутал, я так и не понял. Почему? Почему так, нахуй? Где, блядь, ваше оружие? Почему не при себе? Поэтому вас и загрызли, кабаны, потому что вы без оружия, без всякой экипировки, без всего идете на них. Кто там? Свобода. Вижу свободу. Там, по-моему, наемники были. Или вы что, всех их переебашили, что ли? Давайте сохранимся на всякий случай. Ну да, свободовцы. Где трупов не видно. Куда тогда ссыбались-то наемники? И почему они вас тогда ебашить хотели? Ну давай, чё, заберем. Ты это, не безобразничай. Да не буду, не буду. Так, значит, ты на меня сопроводящий. Так, куда меня может вести? Отвести меня холл завода. Так, нет. Холл завода называется. А это как называется? Я думал, туда меня отвезешь. Дурачок. На, здесь мы этого. Дружище пулю освобождали. Уроки русского языка на канале Расфилдс.
Так, короче, я не помню, говорил вам, не говорил, при вас, не при вас, это уже сколько времени аж прошло. Берету, короче, нашел и уже начал ее модифицировать. Потом найду что-нибудь для этого. Для основной имеется в виду пушки и начну уже ее на 100% модифицировать. А вот на броньку, я думаю, не станем экзоскелетом. Да, экзоскелетом не станем тут баловаться, а у меня есть идея. Ну, я в прошлой части хотел с этим, кстати, ходить, но как-то не удалось. Я хотел Севу найти и ее уже, короче, с ней ходить. Но при таком удачном стечении обстоятельств мне выпал экзоскелет. Что со мной раньше такого не было, когда я проходил. По-моему, экзоскелет ты находил в ЧАЭС там на последнем уровне. И, короче, ты так чисто чуть-чуть с ним походишь, и чисто так для галочки. Что вау, я крутой, экзоскелет, все дела. А это что-то мне повезло, мне прям аж... Бармен сразу его продал. Благо у меня бабосиков было куча. Ну вот и шо. Давайте здесь присядем. Давайте попрощаем. Будем прощаться. Встретимся в следующей серии. Подписывайтесь на мои соцсети. Что я еще могу сказать? Комментируйте, лайки ставьте. И всем пока.